Действительно, в этом году произошло снижение, но я абсолютно с вами согласен, и наши специалисты посчитали, в физических объемах у нас снижение не произошло. Дело в том, что особенно у нас в России изменилась курсовая разница и серьезно изменилась, хотя и цены на продовольствие, в том числе то продовольствие, которое к нам поступает из Беларуси, и цены на технику, и цены на комплектующие, и цены на семена, в том числе селекционные семена, которые мы у вас покупаем, они не настолько возросли, как возросла курсовая разница. Я думаю, что если бы мы пересчитали наш торговый оборот, физические объемы в действующие цены, я думаю, что нам бы и сегодня было бы не стыдно, и я думаю, что нам не стыдно вот держать перед вами отчет.